Напомним, в текущем году благоустроить предстоит 3 дворовых территории. 2 в микрорайоне Гора на улицах Виноградова и Неводчикова и 1 во второй части города на Советском проспекте. Общая сумма контракта составит почти 4,5 миллиона рублей. В связи с повышением цен смету пришлось пересмотреть. В итоге сумма в сравнении с изначальной стала больше на 500 000 рублей. Сметы получили положительную экспертизу. Да, на сегодня у нас уже состоялись аукционные процедуры и подписан контракт, то есть определен подрядчик. Сегодня мы согласовываем сроки, когда эти работы будут выполнены. Мы рассчитываем, что они будут выполнены в летний период. Аукцион выиграла Великоустюгская ДРСУ, филиал Вологда Автодора. Эта организация хорошо показала себя на выполнении работ по благоустройству в прошлом году. В первую очередь подрядчику предстоит выполнить плоскостное благоустройство дворовых территорий, а эта работа хорошо знакома дорожникам. Плоскостное благоустройство – это или асфальтирование дворовой территории, или, ну, у нас, конечно, все асфальт делается, дворовая территория, но некоторые дома делают это и брусчаткой, да, это тоже все плоскостное благоустройство. Тротуары, проезды дворовые, да, ну, вот еще раз повторюсь, сама дворовая территория, вот это все плоскостное благоустройство. Одна из общественных территорий включает в себя двор сразу на 3 дома – Виноградова 68 и 70, а также Сахарова 24. Ранее жители уже выигрывали в городских конкурсах благоустройства и участвовали в программе «Народный бюджет». Сейчас разрабатывают проект обустройства парковки. Приняли участие устюжане и в программе формирования комфортной городской среды. Еще в 2019 году жильцы домов составили проект и смету, после чего подали заявку на участие. В этом году подошла наша очередь благоустраивать наш двор. У нас заасфальтируют все въезды вокруг домов Сахарова 24, Виноградова 68 и 70. Заменят уличное освещение, поставят у каждого подъезда металлические скамеечки с урнами. Такие же работы, но без замены светильников уличного освещения, будут проведены и на оставшихся 2 дворовых территориях. В доме по адресу Неводчикова 70 планируется заасфальтировать почти весь двор. Самая маленькая из благоустраиваемых территорий находится у дома 128 по Советскому проспекту. В обоих дворах также предстоит асфальтирование заездов, а также установка урн и скамеек. Илья Ковалев, Максим Тятов, Антон Карев, телеканал «Русский Север».